Я сегодня делаю эксперимент с этим яйцом динозавра. Мы не знаем, что там, но должно быть очень интересно. Мы сегодня динозавры увидеть не сможем, но все равно я сниму продолжение. Но если, конечно, он вылупит, у меня будет что-то подозрительное. Когда вы купили, распаковываете эти яйцо, опускаете в воду, через пару, 3-2 дня будет где-то вылупляться динозаврик. А вот когда он уже будет вылупен, удалите лишнюю скорлупу, все равно не вытаскивайте, оставьте, он должен подрасти. Для этого берем емкость для воды, ну, желательно прозрачную, потом кладем в воду, что-то не страшно становится. И кладем. Надо немножко подождать. О, все погрузился. Теперь нужно ждать. Ну, мы думаем с мамой, что вот эти линии, которые на оболочке, вы видите, думаю, по ним яйцо должно разрываться. Через 12 часов посмотрим. Динозаврик, если ты вылупишься, узнает весь мир. Я даже сейчас смотрела, видео, где тебя выращивали, но продолжения ни у кого не было. Давай это сделаем. Ну, пока, я пришла одевать пижаму. Наступило утро. Он растет, наполняется водой. На нашей планете обитает новая жизнь. Некоторые думают, почему я не снимаю. Дело в том, что вот, ой, от радости ничего не могу сказать. Вот прям скорлупа треснула, смотрите. Скорлупа треснула. Давай. Все, я тут сижу. Ну давай же, вылупляйся, пожалуйста. Смотрите, вот уже немножко поднялось яйцо. Там можно что-то увидеть. Посветите на экран фонариком и увидите. А вот сверху, видимо, одна дырочка. Он, кажется, вот завтра после школы прям вылупится. Ну, одну скорлупу оставлю на память. Сама нарисовала. Я вам желаю тоже купить, хотя это очень немедленно. Мы каждый раз в день по отдельности снимаем это видео. Но очень интересно, советую это купить. Если вы живете, например, в России, там, то можно просто приехать в Азербайджан. И ну, где мы это купили, мам? В магазине игрушек. Вот заглядите туда и найдете. Ага, давай. Сейчас торжественный момент. Ой, что-то мне уже страшно стало. Ну, мам, подержи меня за руку. Вот так посмотрим, как у нас там. Все-таки удастся кое-кому увидеть, что в яйце динозавра. У нас это уже сросся. Какой прикольный. Не такой, как я ожидала. Сегодня, думаю, последнее видео с ростом динозавра. Вот, ну, мой результат. О, хотя уже нету бяки, мам. Ой, ну у меня хороший динозавр. Не зря я просто яйцо себе оставила. Ну, такое ощущение, будто бы я этого динозавра люблю больше, чем родители. Нет, это что-то перепутано. На самом деле я родителей люблю больше. Просто он такой миленький, что я не могу от него оторваться. Ой, хороший. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.
все будем продолжать с этим хорошеньким динозавром. Пока, подписывайтесь.